Можно напало? Зачем? Блин, я кулаки уже раздал с кристалли. У меня апнутый кулак. То есть его вы взяли, моего 247-го пала не хотите брать, да? Точно в Висе. Привет. Всего добро хорошего. Пожаловать, герой. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись. Ой, сори, меня. Да-да, сейчас я уберу. В цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Thank you.
Ну, подними, в чем проблема? Да. Ну да, пошел находить себе дневной, утренний даже. Да. Нет, только лича. Да не, меньше. 16 есть. Арачок, блядь. Удачно, когда он в стене, по нему дымак увеличен на 100%. Он вроде как не видит еще. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель пламенного легиона!
А я одна так где кулака? Лема. Интерналы. Это типа как кубы на груле Гер, да? Зачем, если у босса 300 тысяч хп? Тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. А там они все долбоёбы. Так глобал это вроде даже и близко не топ гильдия, девочка. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Может, жука-то все-таки попробуем? Оби-Вантус. Там мы его никогда фамилия не твоя как, что ты говоришь? Не, ну я его убивал. Я правда, да, но я не помню, на каком патче это было, правда. У меня ачивы есть, могу показать. А я убивал этого босса, но у меня нету ачивы почему-то, я вообще не знаю. Всем здоров.
Стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной
опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем речом. А что, в Геройке Десфера не надо больше ловить? Могучие воительницы плети, жуткие валькиры, кровавые вестницы... Кого? Блять, вот именно, почему мне можно убить рейда только если ты... Алва? У пана? Конечно, у меня всё есть, блять! У меня тоже танк есть с собой, можно, могу спикнуться. Nice. Угу. А при чем тут щиты? Нам просто вот в спину залетело две сферы и все сразу. Вот как сейчас вот две сферы стоят, так они и залетели. Я только зубы успел тыкнуть, а второй сферы добило. По-моему, тьмы не было. Стояла тьма. Да, была аура тьмы. Магия света. Нет, это магия света. Оно испарило. И нету пуфов. Сильный пуф.
сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Короля Лича, вы умрете. Да не повезло, просто все молодцы. Да у нас все шансы убить жука вообще за со второй попытки максимум. Вообще так. Ну, вообще да. Да там надо только его переводить вовремя и все. Ну, точнее, на второй фазе вводить его от выхода до стенки. И все, весь секрет. Ну, блять, я смогу водить, я знаю тактику. Просто весь рейд должен перемещаться в этот момент, правильно? Изи. Блин, собака, и правда выбор упал. Второй раз вижу его вообще. Дай мне распол. Спасибо.
Блин, вот бы я запала, пошла. Мне бы было бы надо. И вот это вот бы мне тоже было надо. Если никому ни одного. Алан, тебе не расстраивайся, целка лучше щит будет твой. Кто-то из 47-го попало возьмет. Войт, ты меня специально не взял в рейд палом, да? Ну а чё я палом не потанчу, что ли? Вот эту я тоже напала, собрала. Вот тебе повезло, что мне это на ровно не надо. Бар 96 кинул. Ты же лаг получить ГП. Ты лут забрал весь? Смени лут, пожалуйста. Блин, даже не знаю. Кому-то наверняка нужнее, чем мне. Не, я наоборот, я только PvE играю в основном. Ну, он же RPAL, конечно, лучше. Я в Далара, а не...